Рабын, аннигазайо! Всем привет! Вот, сегодня, не поймешь, погода какая, вроде пасмурно, но тем не менее парит жарко. То есть реально показывает 30, но говорит, что ощущается 33-34, ну реально, реально жарко, душно. Вот, сегодня мы решили пойти на Сеульскую ТВ-башню. Вот. Я, конечно, там был, но друзья там точно не были. Вот. И они тоже хотят посмотреть город, как говорится, с высоты птичьего полета. Вот. А после этого очень нелюбимые всеми, наверное, мужчинами. Это шопинг в Мендоне. Вот. Ну ничего, думаю, переживем. Как говорится, главное, чтобы они довольны были. Вот. А не здесь. Ладно. Подниматься надо в гору, это сразу могу сказать для удобства. Это третий выход, потому что он с эскалатором. Станция метро Мёндон. Вот, третий выход. И потом сразу поднимаетесь как бы в гору, мимо гостиницы, уходите влево. И вот тут по левой дороге как бы вверх поднимаетесь, там будет канатная дорога. Вот на нее садитесь и едете наверх. Особо любители могут, конечно... Вон ее видно, кстати, отсюда. Особо любители могут пешком добраться, либо на автобусе, но это дольше и труднее, тяжелее. И так жарко, как-то не хочется мне совсем. Вот, если я не ошибаюсь, что-то порядка 4000 вон стоит подъем. Вот. Линтик, повернись, покрасуйся. Вон и какой подарочек привезли. Из Китая прямиком. У меня еще есть. Да, тут у нас тут в нашем полку прибыло. Ну все, началось. Ужас какой. Фотографируются все, где только можно. Знаете, все бы хорошо. Не было бы так жарко, а? Хотя, как говорят люди, проживающие на юге Китая, говорят, здесь еще ничего, нормально, типа не так жарко. Да. Есть такое, надо бегом бежать. Тут кто-то сдох, да? Нет, где-то мусорки рядом. Элина, пойдем. В общем... Вчера было солнечно, жарко, 35. Она прилетает, говорит, ой, что, у нас 38. Это нормально. Че? Так что для нее это, в принципе, нормально. Будем подходить поближе. Как бы сходить стоит, потому что город выглядит с высоты птичьего полета, в принципе, красиво. Вот, особенно когда чисто небо голубое, а сегодня, ну видите, какое. А кругом магазины, закусочные, чего только нету. Знаете что, давайте, наверное, зайдем в магазин, он воды купим, потому что ничего с собой нету. А, сейчас, ладно, пойдем в магазин зайдем. Да нет, вам хватит. Дабы... Тут их дохренища кругом, извиняюсь. Да я попробую. И наверху, в принципе, внизу покупаются билеты, все стандартно. Потом поднимаетесь на третий этаж, и здесь сугубо по очереди, так как вагончики не резиновые, вот, то есть нас пока не пускают, ждем своей очереди. Вот, а потом, соответственно, когда подойдет очередь, когда придет назад вагончик, то есть их два смены ходят, один наверх, один вниз, соответственно, вот, то есть мы садимся, ну и, соответственно, едем наверх, вот. Покрасуй меня. Да сейчас. Покажи мне. Все, отстань. Он просит показать ее. Не обращайте внимания, балда. Я красавица. Балда ты, все, ладно. Собственно, приехал. Говорит, подождите маленько. То есть пришел наш вагончик. Сейчас выпустят людей. Соответственно, мы зайдем, да. Пойдемте. И... А? Кондиционера тут нет. Ну, а тут думаешь нужно? Давай, Максу, работает нас с тобой. Кого? Зачем? Я снимаю. Ну вот мы и поехали в горы.
Да успеем снять все. Кого? Сейчас все сниму. Так пойду. Чего ты говоришь? Да что вы говорите? Ну ладно, ладно. Там какая-то обсерватория. Ну вот, фактически мы грибы отсвечиваем. Короче, а дальше мы приехали, дальше топать по лестнице. Кругом лестницы подъем. Знаете, почему говорят хорошо? Говорят, когда весной или осенью, потому что не так жарко. Потому что, ну реально, если мало того, что духота стоит, жара 30+, вот, ветерка тут сейчас пока нет. Фух, приходится постоянно идти, куда-то идти. Вот. А так тут уже некоторые виды начинают появляться. Старая стена с бойницами. Вы меня ждете? Да. Эх, ну и хорошо. Забрались. Сами можете посмотреть. Идти пришлось, ну реально высоко. То есть это здесь повороты туда вниз. Вот. Там, кстати, ряды заборов с замками. Влюбленные, как говорится, парочки тут замки лепят. Ой! Это ладно, здесь там дальше будет еще больше. Вот здесь беседка в центре, сама башня. Вот. А здесь трубы сигнальные. То есть, когда приближение врага или прочее, то есть определенное число труб зажигали, дым, дымовой сигнал. Лина, не ковыряйся, стой спокойненько. Да, знаю, вот тогда стой. Пойдемте. Сюда? Сюда? Смотри, рот не открывай, а тут цикады в рот летят. Я тебе сейчас залечу. Сама башня. Вот туда мы на обзорную смотровую хотим подняться. Ты чё? Подняться? Туда можно подниматься, да? Так мы туда и идем. Ты издеваешься? Вот такую башню поднимать? Фу, да. Ты точно издеваешься. А кто сказал, что пешком? Там лифт, во-первых. Во-вторых, это платно тоже. Ой. И здесь замки. Кругом замки, по кругу уже все. Все кругом. Ой, а у меня батарейка кончается. Какая беда. Плохо. Не, там отдельно совсем. Это ж Samsung, у них есть такая приколюха. Народу, как всегда, много. Все кругом. А вон, кстати, вон они.
Если мы видите, смотрите, горы прям замков. Замок на замке. Мы купили билетики и поперли наверх. Сейчас поднимемся наверх на лифте. Take a picture. Предлагает все. Лишь бы, как говорится, деньги. Покупайте, покупайте. Вот. У нас фотоаппаратов и прочего своих хватает. А здесь сейчас лифт будет. Сейчас смотрим наверх. Ну вот, мы, собственно, на самой башне, на стеклах написано столицы разных городов, основные города большие, и расстояние. А, вот, кстати, смотрите, Новосибирск, Москва. Вот, ну и, соответственно, сам город. То есть вот здесь видим канатная дорога, то есть эссенс его высоты птичьего полета. Really nice. Где было? Какие-то бассейны, какой-то комплекс. Ой. Тут же можно посмотреть в эти штуки. А ты ничего? Ой. Какая типа эпилевая башня? А что ты там хочешь увидеть? Есть город? Сейчас посмотрим. Шанхай, Хонг-Конг. Бейсбольные поля. А ты здесь не видишь наш отель? Ой, нет, отсюда я точно его не смогу увидеть. Как бы получается, весь город находится вокруг одной башни. Башни Намсан. Естественно. Нет, там нужно 500 вон. А у тебя есть же мелочь? Сейчас. Спасибо. Сейчас. Вот такой он Сеул. Извиняюсь, но приближение очень большое, поэтому все дергается. Очень большой выбор всевозможных конфет. То есть берешь пакетик, набираешь. Я только не знаю, кому придет в голову сладкое есть в жару. Ужас. Да. А эти хотят. Ну вот мы закончили уже с башней. Вот, и опять спускаемся. Там сейчас была такая ситуация не очень хорошая. Представление, видать, как бы с единоборствами хотели показать. И молодой человек, который исполнял, там круг металлический есть большое такое кольцо. И небольшая, как бы, металлическая полоска такой ширины. Кто-то воды налил, и он подскользнулся себе
лодыжку, походу, подвернул. Вот. Неудачный день, так сказать, можно. Вот, а мы опять сейчас спускаемся вниз. О, печально. Ну да, надо идти. А сейчас еще Меандон с его торговыми кварталами. Надеюсь, я доживу до вечера. Терпеть ненавижу шопинги. Наверное, как большинство мужчин, да просят меня женщины.